Други, я вас всех приветствую. Сегодня выбрался опять на охоту на боровую дичь. Принципиально рябчиков пока не стреляю. Вот, видел уже 4 штуки, там немножко вам показал. Вот, когда их не стреляешь, так они вообще наглеют. В упор, блин, сидит, не улетает. Подходишь, он что-то еще начинает там крутиться. В общем, не летит. Пару рябчиков свистели, а вот именно подлетать на манок не собираются. Сегодня, видите, какой темный день, пасмурно, дождя хорошо вот нету. Чуть-чуть присутствует ветерок, прям совсем чуть-чуть, самые макушки, где листья еще остались, ну, шелестит так неплохо. Вот. Сегодня я опять в новом месте. Сейчас мы находимся в том месте, где раньше жили лисы. Такой бугор. Вот прямо вы стоите сейчас над самой норой лисий. Их здесь несколько штук. Штук с десяток, наверное. Раньше здесь лиса жила. Вот, сел на пенек. Немножко переведу дух, так сказать. Вот. Это у меня остановка конечная. Сейчас я разворачиваюсь и иду в другую сторону. Это я все иду по ручью. Вот здесь ручей резко заканчивается. Там дальше будет небольшая болотинка, совсем маленькая, еле заметная. И все, дальше там делать нечего, очень густой ельник. Пойду сейчас в обратную сторону и схожу вниз по ручью. Вот в этом месте раньше всегда были, помню, глухари. Мы еще пацанами сюда ходили, ставили капканы на куницу. Рябчиков также ходили, ползали, искали. Я помню, здесь очень было много глухарей. Точнее, не так, чтобы много, а они здесь были, как ни пойдешь, обязательно глухарь полетит. Но, увы, сегодня что-то. Я, кстати, вот в этом месте очень редко бываю, раз, может, два раза в год. Вот сегодня решил сюда сгонять. С мелкашкой также. Пошел уже подальше, побродить по лесу. Так что сегодня термос не взял. Взял чифербак, котелок, кружка, ложка, сахар, кофеек взял. Бутерброд с салом. Чисто хлеб с салом, знаете, когда уж сильно устану. Ну вот, сейчас пойдем вниз по ручью, там где-нибудь найду хорошее местечко, разожгем костер, посидим у костра, чай попьем, кофеек точнее, сегодня кофеек взял. Вот. И буду надеяться, что какого-нибудь крупняка увижу. Здесь преимущественно преобладает только глухарь, на редкость рябчик. Пеструха — это вообще очень редко, почему-то вот в этом месте пеструхи не встречаются. В основном глухари. Тетеревов здесь тоже не видел. Вот такое место, знаете, густющее, ельник. Такой слегонца, как бор идет. Похож на, как на бор. Не то бор, не то хрен поймет. Ягоды брусника есть, то есть глухарь должен быть. Ладно, будем надеяться на лучшее. Но сегодня у меня такой, знаете, поход по тайге, где давно не был. Проверю места. Если что-то будет, потом, возможно, уже... Ну, по первому снежку вообще здесь хорошо ходить. Все-таки следы все видно. Видно, кто где когда был, кто чем дышит. Ладно, пойдемте дальше, прогуляемся. На улице красота. Самое главное, нет дождя. Вот зимний помян глухаря опять нашел. То есть места здесь глухариные, но сегодня что-то я никак его не могу здесь найти. Странно. Вместо глухарей видел рябов. Такое ощущение, как будто бы эти рябы-то, ну, как бы везде. Несмотря вообще на лес. Просто по барабану какой лес. Вот, пожалуйста. Глухарь тут гальку искал, порхался. Вот перья даже есть. Вторую уже такое. Второе порхание такое большое уже обнаружил. Вот перо глухариное. О, еще и рябчик свистит. Блин, ну если сейчас, короче, попадется момент, я попробую рябата добыть. По-любому. Как-то... О, свистит. Как-то даже скучно без этого рябчика. Мимо проходишь, думаешь, блин, можно же было добыть. Два раза свистнул рябчик, сам подлетел. Еще и свистит. Сейчас попробуем его подманить. Thank you.
снял, бляха-муха. Прямо с этого корня. Просто из-за корня вылезаю. Как из окопа. Вылезаю. Сидит. Вот так неудобно было, конечно, стрелять. Немножко мандраж как бы. Не то, что мандраж, а как ни крути. Сетка прицельная. Все равно перекрестие бегает, прыгает. Я стреляю тем более на 12 кратах. Так очень хорошо как бы все видно. Но по красоте рябчик взят. Ну хотя бы. Что, я считаю, уже нормально. Хотя я их не особо сегодня хотел стрелять. Но что ж поделаешь, пока глухаря не могу найти. Даже нигде не видел, не слышал. Но попадание было четкое, ребята. Вообще красота. Шикарно. Так, надо будет еще патрушек сильвербелотов ставить. Хорошо они щелкают. Громко, правда, но... Блин, щелчок такой. Вот метров 40 было. Сейчас даже давайте я замерю все-таки, чтобы... Особо вопросов не было и, как всегда, какой-то примерности. Сейчас замерим. Может, немножко приврал, но, во всяком случае, дальномер соврать не даст. Скажет точно, так сказать. Так, замерим. Так, вот он сидел на этой елке. Ну, 30 точно было. Да, 31,7. Еще раз. Да, 31,7, друзья. Вот, друзья, вот здесь он сидел, вот на этом сучке. Вот на этой, на этой толстой елке. Сейчас еще раз замер делаю. Так. 36 даже, ребята. Ну-ка еще раз. Блин, что-то не могу понять. А, нет, это нижнее показание. Вот, верхнее надо смотреть. 31,4. Вот так вот получается на глаз. На глаз сказал около 40. Ну, реально около 40, но никак не 40. 31,5 метров. Ну нормально, что. А дальше смысла не вижу стрелять. Его просто рябчика не увидишь. Тут просто так подфартило, что он на елке сел, как бы в таком месте чистом. На сучке. Как бы нормально. Лямку-то, блин, затоптал в землю. Ну что, пойдемте трофейчик забирать, а то что-то мы тут с этим дальномером, бляха-муха. Ну дальномер вот видали, да? Вот так вот примерно, а вот на такое расстояние оно не страшно, когда стреляешь на 100, на 90, на 110, на 120 метров, это очень огромная разница, когда ошибешься на 10 метров. Косач определенно улетит, 100% промажете, поэтому нужен дальномер. Везде одни валежины. Ну что, где ты, красавец? Вот он упал. Ох ты, перьев-то вылетело. Вот такой красавчик. Вот он. Ну, где-то по месту хорошо попало. Кровь в районе крыла. Хорошо бомбануло. Сильвербелот. Мощный патрон. Красавца взял. 15-й в этом сезоне. Отлично. Пакетик у меня с собой. Потом в пакетик упакую, когда немножко закореет. Сейчас-то пусть пока. Ну что, идемте греть чай, наверное. Блин, весь в крови. Разведем костерок. Согреем чайничек. Сейчас только на ручеек найти где-нибудь. Чтобы набрать водицы. Пить охота. Да. Короче, опять такая же фигня. Из-под самых ног глухарь полетел. И не успеваю камеру включить, хотя бы чтобы слышно было, как он полетел. Или его показать, как он летит. Пока камеру поверну, пока это кранчик открою. Кнопку включаю записи, она не включается, пока сама камера не одуплится.
Улетело, слышно, там далеко-далеко все. Крылья. Ну все, короче, глухаря нашел, но бесполезно. Без собаки это дохлый номер. Просто наидохлейший номер без собаки на глухаря ходить. Это чистое, когда просто редкое везение. Бывает, что он где-то сядет. Не садится он вообще. Реально досада, прям вот бесит. Уже сколько я поднял? Уже 5 раз я, наверное, на глухаря натыкался, и все время вот так вот он. До 20 метров подпускает и взлетает, и просто, вы знаете, аж чуть не подпрыгиваешь нафиг. Улетел и опять был один. Короче, пошел за этим глухарем, блин. Зашел в какую-то рассоху, шел, блин. О, рябчик перелетает. Ха-ха, третий уже подряд, вот пока я сейчас иду. Я даже их не трогаю нафиг. Вот, в общем, что, за глухарем-то пошел. Нашел все-таки его. Он опять улетел. И главное дело, он улетел не с дерева, а сидел под деревьями. То есть он на деревья что-то не садится. Короче, начал что-то плутать, не могу понять, куда идти. Навигатор достаю. По навигатору пока не понял. У меня стрелку перестала что-то показывать. Просто кружок показывает. Туда, сюда, колени все сырые. Блин, полетела пеструха. Но уже что-то не до нее. Думаю, быстрее надо на дорогу выйти. Потому что время-то уже... Время-то, блин... 2:07:03. То есть, если бы я там заплутал, это бы, конечно, был кирдык. Ну, конечно... Выйти-то я бы все равно вышел, просто что немножко по навигатору, то ли навигатор тупанул, то ли что. Ну ладно, бывает. Сейчас вам покажу, сколько я проползал сейчас. Трун-трун-трун, бля, сам смеюсь нафиг. Вон, короче, такая фигня получилась, смотрите. Вот здесь кругаля давал вот так вот. Сюда, туда сходил, обратно пошел, потом раз сюда, рассоху перешел, не туда пошел, блин. Вернулся назад, вот на дорогу вышел. Сейчас вот пришел обратно на рябчика забрать, да. Наверное, это все-таки согреть на чаек, кофеек попить, блин. А, сколько по километражу? Прошел 8.350. Вот. 8.350. 2 часа 49 в пути. Сегодня без термоса, блин, пить охота. Бляха-муха, ну ладно. Пусть пока пишет. Сейчас по бырику костерчик разведу и забабахаем кофеек. Посидеть у костерца. Отлично. Сейчас вот как раз рассоха рядом. Наберу водички и забабахаем костер.
Чайник закипел. Сейчас пусть живульки все выкипят, так как воду взял непроточную, больше негде взять. И будем кофеек пить. Ох, романтика. У костра посидеть, послушать треск сучьев. Что может быть лучше? Отдохнуть вот так вот, полежать просто. Немножко вытянуться, ноги гудят, сапоги тяжелые. Походил по мху немало. Туда-сюда, там кругаля еще такого дал, но, увы, не удается глухарька взять. Увы, не удается. Бывает так кадр снять хорошо, вот как сейчас с этим рябчиком. Блин, опять не получилось. Опять в сторону камера показывала, снимала. Ну, видно было, как рябчик-то выпал, но эпичного кадра не получилось, увы. Кофеек, класс. Класс, ребята. Просто красотень. Хорошо, что сегодня дождя нету, блин, красота вообще. Отдыхаешь душой и телом. Обо всем забываешь в тайге. Лишние мысли в сторону. Птички поют. Особо не проголодался. Вот два куска с салом есть. Хлеба. Не хочу. Так, кофеек попью, отдохну немножко, и мне еще 5 км надо идти пешком, и на мотоцикле ехать 2 км. Ну, может быть, что-то еще дорога и будет. Рябчики-то во всяком случае должны быть, потому что я сюда шел, видел 5 штук. Даже не трогал их. Потом уже здесь, вот когда на месте пришел, одного удалось взять. Кстати, друзья, давно с вами хотел поделиться одним каналом. Здесь у нас живет в республике Коми человек, занимается тоже охотой, рыбалкой, живет тайгой, постоянно в избушках, где-то выезды с собакой, тоже с мелкашкой бродит, рябчиком там, по боровой дичи. Его зовут Олег Михайлов. Часто с ним общаемся тоже вот в WhatsApp. Бывает, делимся какими-то своими впечатлениями, проблемами и так далее. Канал у него называется «На природе в Коми». Ссылочку оставлю в описании. Переходите, смотрите, может, кому-то что-то понравится. Контент такой своеобразный, но я думаю, многим понравится. Такое простецкие видосы снимает, про тайгу тоже, про лес. Охоты, конечно, там у него поменьше, но много всякого тоже интересного. Какие-то поделки деревенские. Деревенский человек простой. Олег, огромный тебе привет. Потом попозже тебе позвоню еще. Вот. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Так сказать, сосед мой, земляк с одной республики. Река у него Вишера называется. Рыбы там не так сказать, чтобы много, но рыбалочка тоже у него там своя есть. У каждого все свое, знаете. Мне вот понравилось, у него там он лодку делал самодельную такую. У них такие интересные лодки. У нас вот такие, например, не делают. Такие лодки интересные. Корма широкая. Она сама похожа на скорлупку от семечки, знаете, такая. Носовая часть резко так заужается. Ну, в общем, там увидите, короче. Зацените лодки у них. Они и по малым рекам на них ездят, и на озерах. И даже по большой реке они там ездят, я видел. То есть, как бы,
Интересная такая вещь. Все самоделки, поделки. На Буране часто выезжает. Хороший человек. Поэтому позволю себе про него сказать только хорошее. Ну что, сейчас я немножко отдохну, полежу, посмотрю на огонек, костерок, кружку кофе выпью и, наверное, еще налью. Обезвоживание прям чувствуется, вот прям губы слипаются. Фу, красота. Сегодня с такой сумкой вот пошел. Рюкзака толкового нету, надо было что-то придумать. Есть маленький хороший рюкзачок, но лямки очень короткие. Надо что-то перешивать, мудрить, думать. Вот туда глухарь точно не влезет. Чуть побольше вот такой сумки. Это сумка Якдаш. Вот. Надо будет что-то замутить. Тут у меня спички, таблетки, веревка, пакет. Вот для патронов тут тоже есть. Ячейки такие. В общем, хватает всякого барахла. Ножик вот от компании «Стальные бивни», шкурник. Очень хороший сталь. Х12МФ. Вот такая вот зеленая красивая рукоятка. Широкий такой клинок, толстый в обухе, блин, наточен до бритвенной остроты. Просто шпарит, мама не горюй. Кованый дол, тоже вот, ну, я никогда еще такой нож не показывал, я потом как-нибудь покажу вам такой нож, уже со своими остальными ножами в обзоре. Там уже более подробно расскажу, покажу. Ну вот, собственно, вот такой у меня комплект для выхода. Якдаш, ножик. И по мелочи всякая фигня. Котелок, пару кусков хлеба, кофеек, чаек, там сахарок. В общем, все, что нужно для ходьбы в тайге, вот так вот где-то на целый день, с утра до вечера. В основном этого комплекта мне хватает. Ах, красота, вкуснотища. Кофеек, вот, ну, чай, да, вот как бы, многие чай пьют. Ну, я чай тоже пью. Но кофеек, он, знаете, он бодрит. Я как бы еще не старый, то есть... Ну, кофе вообще люблю, и он как бы предпочитаю кофе больше вот так вот пить. Потому что как бы энергии дает, сладенький, хороший, вкусный, не самый дешевый. Красота. Тихонько, короче, ползу. У костра навалялся досыта. Кофея напился. Просто шикардос. Он вышел на такую линию. Линия электропередач. Профиль такой длинный-длинный. Чешу, короче, по нему до дороги. Вот такая вот линия идет через тайга. Глухарей не видать. В 10 метрах два рябчика сидят. Вот это я наткнулся. Питается. В наглую уже сидит и не улетает. Вы представляете? Вот говорю. Прямо вот рядом стою. Ну, 10 метров от силы. И не выстрелишь никак. Слишком близко. Опа. Полетел. Через дорогу перелетел.
Если бы я сейчас шел с ружьем гладкоствольным, я бы их штук, наверное, 6 минимум взял бы. С мелкашки в упор стрелять не будешь. А если и бывает в упор, вроде бы нормально. Но опять все сквозь ветки. То есть мелкашке надо чистое место. Вот перелетел, где-то тут второй еще сидит. Но это самочка вторая. Были бы немножко подальше, я бы попробовал щелкнуть. А так в упор сквозь ветки я стрелять не буду. Ну, куда-то здесь перелетело, не вижу. Не бояться вообще. Ноль просто. Оставлю. Пущай. Набирают жир. Потом сюда приду с дробовкой. И постреляем уже. Буду снимать на экшн-камеру, чисто камера на голове. Чтобы просто взлетел, бах, вот так. Уже на количество попробуем поохотиться, а не на качество, как сейчас. Один точный прицельный выстрел. И все. И вот в этом и заключается охота. Не за мясом идем, а за эмоциями. Ну, 15-й рябчик добыт в этом сезоне, это уже хорошо. Просто отлично. Ну все, приперся на место. Да, немножко ноги подзагудели. Нормально? Если ноги загудели, значит это нормально. Разряжаюсь, зачехляюсь. Окей. Ну что я могу сказать? На сегодня охота в принципе удалась. Побродил на славу. Даже немножко пришлось покрутиться в тайга. Ну, это нормальное явление. В итоге что? Видел я пеструху. Видел я 2 раза, как взлетал глухарь. Но вот не могу понять, это было 2 или это был один и тот же. Ну, не факт. Одного точно видел. Не получилось опять не подойти. Глухарь сразу улетает, садится неизвестно где, далеко. Следов не видать, снега-то нет. Ну, рябчика я сегодня добыл, это хорошо. Хотя бы не пустой. Отлично. Ох. Ну, сейчас куртку одену, потому что ехать холодно, особенно когда немножко спотеешь. Ехать прохладно, так что всегда запасную куртку вверх, ну, какую-нибудь там ношу. Фух. Ну что, друзья, спасибо всем за просмотр. Желаю всем ни пуха, ни пера на охоте, на рыбалке. Ни хвоста, ни чешуи. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Делитесь своими впечатлениями, делитесь своими охотами. Кто как сходил, кто кого добыл. Мне это тоже интересно. Ладненько, поеду домой. Удачи всем. До встречи.